Житейские проблемы славянцев должны находить своевременные решения, и они находят их, если информация об остром вопросе вовремя доводится до представителей властей. Эту взаимосвязь нужно всячески поддерживать, что и делается в нашем районе. Об эффективности работы с обращениями граждан убедительно говорят цифры. За 9 месяцев по сравнению с прошлым годом снизилось на 4% общее количество обращений, поступивших в администрацию Славянского района и отправленных жителями района в адрес президента России. Положительная динамика объясняется повышением эффективности работы с поступившими вопросами. Продолжается проведение выездных приемов граждан главой Славянского района в сельских поселениях. Славянцы могут обратиться к представителям власти на сходах граждан. Есть расширенные приемы, работают телефон горячей линии и интернет-приемная. Всего за 3 квартала нынешнего года поступило 1776 обращений граждан, из них 655 письменные, остальные устные. 635 обращений поступили на личных приемах. 209 человек принято главой муниципального образования, 93 человека принято заместителями, 303 человека приняты специалистами отдела по работе с обращениями граждан. Выездные приемы. 127 человек принято главой муниципального образования на территории сельских поселений. Тематика обращений – это вопросы коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства, строительства и архитектуры, социального обеспечения. Ни одно из обращений не остается без ответа. Вопросы разъясняются и принимаются в случае необходимости меры. Если нельзя сразу найти решение, то руководители отраслевых структур и специалисты муниципальных служб получают от главы района поручения по каждому из обращений граждан. Двери районной администрации всегда открыты для делового и конструктивного общения и помощи славянцам. Эта нужная и важная работа будет и дальше продолжена. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».